Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня в этом видео у нас две замечательные монеты, посвященные 25-летию со дня выхода очень известного фильма «Брат», где Данила Багров защищает слабых. Есть очень много известных цитат с его, с этого вот именно фильма «Брат» и далее «Брат 2». Также еще он снимался в фильме «Сестры» и «Медвежий поцелуй». Может, кто-то не видел, но можете посмотреть. Очень известный актер, был в свое время. Вот сейчас он еще более известный, так как фильмы с этим актером набирают очень большую популярность, и рейтинг этих фильмов на всех площадках прям очень высокий. То есть там 9, 9,3, 8,3, 8,5, то есть больше восьмерки. Фильмы с глубоким смыслом. В первой части брат Данила Багров отправляется к своему брату в Петербург. То вот твой брат достиг высот, езжай в Петербург, а брат занимается криминалом, наемным убийцей, в общем так. Потом во второй части он едет в Америку за своим братом. Там у брата проблемы в Америке. В общем, кто не видел фильм, можете посмотреть. Фильмы очень интересные. Также есть фильм «Сестры», тоже интересный фильм. Я, в принципе, все фильмы посмотрел. И то по несколько раз. Если, друзья, вы тоже смотрели эти фильмы, и вы знаете этого актера, он также режиссером был, вот, можете, подпишитесь тогда на мой канал и поставьте лайк этому видео. Также пишите свои комментарии. Монеты у нас выпускались в медно-никелевом сплаве. Два типа монет из медно-никелевого сплава. Так вот они выглядят с одной стороны. Вот так вот они выглядят с другой стороны. Давайте их рассмотрим. Тиражи монет всего 10 тысяч экземпляров. Я так понял, общий тираж этих монет 10 тысяч экземпляров, то есть совсем небольшой. Вот такое вот у нас изображение на монетах. Памятная монета 25, брат. С обратной стороны у нас производитель Санкт-Петербургский монетный двор, АО «Госзнак». Выпускались, естественно, эти монеты на Санкт-Петербургском монетном дворе для страны-эмитента Камерун, Республика Камерун, в 2022 году. Номинал монет 500 франков. Также у нас указан монетный двор, вот здесь вот на каждой монете, Санкт-Петербургский монетный двор. Очень интересные и классные монеты. Я давно хотел их заказать себе, ну и вот, наконец-таки заказал. Вот. Уже даже есть в некоторых их зданиях для коллекционеров, ну, альбомы, которые для коллекционеров, там у них есть уже даже листы под такие монеты. То есть специально подписанные памятные монеты, брат. В общем, очень интересные монеты. Также, если вы не знаете, что подарить своему молодому человеку там, на день рождения или, например, на какой-то праздник, то, в принципе, можете рассмотреть такие варианты. Подарить вот такую даже одну монету. То есть, парню, я думаю, понравится. Очень интересно смотрится. И многие мужчины, парни смотрели данный фильм. Вот. Такие, друзья, монеты на обзоре. Если вы знаете этого актера и смотрели фильмы с его участием, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите ваши комментарии. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока и всем до скорых встреч.